ехали на 45-ю. Вот на этом автомобиле, да, правильно я понимаю? Вот пропускали впереди стоящую газель. Она поворачивала в ворота. И стояли, ждали, пока она повернет. И в нас влетела Hyundai. Вот этот вот транспортное средство. На ровном месте. На ровном месте. Пришли, начали смотреть. Он закурил сигарету, сидел, как ни в чем не бывало. Смотрели, заглянули в салон. У него там и виски лежит, и закуска, и непонятно в каком состоянии. Я вам предлагаю поставить сейчас авансом нам палец вверх. И если вы не подписаны на наш канал, подписаться на него обязательно и оставить комментарий. В процессе просмотра этого видео обязательно по каждой из возникшей ситуации в нем пишите комментарии свои. Чем больше вы их напишете, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. Я вас всех приветствую. Сегодня 25 ноября, время 18:02. Значит, мне поступил звонок на телефон горячей линии «Дорожный контроль» о том, что произошло ДТП с тремя транспортными средствами. Значит, виновник находится в состоянии опьянения, с признаками опьянения. Ходил, борзо себя вел, значит, всячески ксивой своей махал. И параллельно мне пришло сообщение в нашу группу «Дорожный контроль» о том, что водителя сейчас никто не освидетельствует. Сейчас мы... Никто не освидетельствует водителя. Посадили его в машину, в патрульную, сообщили адрес. Ну, в общем, человек там на месте пытается что-то сделать. Молодец, неравнодушный гражданин. Сейчас мне присылают видео с места событий. А мы едем как раз на место происшествия. Так, вот такое вот видео мне прислал. Сейчас мы... Я его проинструктировал, чтобы он снимался на видео. Ну и, соответственно, добился освидетельствования водителя. Сейчас написал, что, значит, привезут алкотектор и ищут понятых. Это очень хорошая новость. А мы уже на подлете. Здравствуйте. Добрый, добрый. Скажите, а вот как раз вы водитель, да? Конечно. Вы водитель. Состояние опьянения, я так понимаю, да? Признаки имеются? Имеются. А сказали, что здесь какой-то ксивы махал? Чем делал? Удостоверением. Водители. Вы не махались никаким удостоверением? А где? А вы кто вообще? Я? Вадим меня зовут. Можете по имени так обращаться. Я. Но вы удостоверение никаким не размахивали? Да каким удостоверением? Ну, может быть, есть у вас какое-то удостоверение. А вы кто вообще? Я же говорю, Вадим меня зовут. Вы можете на мой вопрос не отвечать, я вопрос задал. Нет, да я Дмитрий. Дмитрий, все. Отлично. Не являясь никаким сотрудником никакой службы? Ну, абсолютно. Абсолютно. Гражданское лицо, правильно я понимаю? Да. Я понял вас, хорошо. Это ты, наверное, да, приветствую? Ты, наверное, сообщение делал, нет? Нет, делал, вот, дружной. А, ребята там? Да, ребята. Я понял. Ну, все успели домчаться. А кто сказал, что он ксивы махал? Привет. Приветствую. А что за ксивы? Беспонятно. Ну, он говорит, никакой ксивы у меня там нет, ничего. Да, ну, там какие-то флажки были, он что-то доставал документ, что деньги предлагал, и что-то у него там флаги были эти. Бело-синий-красный этот, он что-то, у него все начало валиться из документов. А, понятно. Что, давайте, я вам деньги, деньги. Понятно. Ну, будут освидетельствовать, все нормально. Ехали на 45-ю. Вот на этом автомобиле, да, правильно понимаю? Ну, от офис-маг. Угу. Пропускали впереди стоящую газель. Она поворачивала в ворота. И стояли, ждали, пока она повернет. И в нас влетела Hyundai. Вот это вот транспортное средство. На ровном месте. На ровном месте. Вышли, начали смотреть. Он закурил сигарету, сидел, как ни в чем не бывало. Заглянули в салон, у него там и виски лежит, и закуска, и он непонятно в каком состоянии. Не, ну тут видно, в каком состоянии. Состояние опьянения. И все. Понятно. Здесь на месте что происходило с его стороны? Вел он себя как-то неадекватно в плане... Деньги предлагал, что-то там, какие-то бумажки, документы какие-то вечно доставал.
Угу. Предлагал вот постоянно деньги. Понятно. И он сказал, что типа это служебная машина. Служебная машина. А он, говоря, здесь удостоверение каким-то размахивает. Да, 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 было дело. Он там что-то ходил так перед всем. Он чуть-чуть приоткрывал, там было видно какие-то флаги и какие-то там еще бумажки внутри. Угу. Ну, в общем, неизвестно, не смотрели, что это удостоверение. Да и он что-то достал, что-то у него все посыпалось, он что-то начал поднимать, потом опять что-то спрятал, полез в багажник, что-то там рыскал. А когда сотрудники приехали, его планировали освидетельствовать или нет? Вообще ничего, даже ни слова не сказали. Он просто сидел там и все, да? Они думали, что с ним делать. Получилось все как? Получается, один пошел заполнять документы, второй что-то подошел к нему, что-то они стояли сзади, общались. Потом он сел в машину, он сначала перед этим к нему в салон заглянул, а там видно, что там диски валяются, Он подошел к нему в багажник, что-то они там поворковали, он сел в машину, закрыл окна, что-то там сидел, потом он вышел, сел к ним в машину и все. И ни слуху, ни духу. Я понял. Ну и вот теперь будут освидетельствовать сотрудники подразделения. Ну вот мы стоим уже 2 часа и просто нам ни слова. Записали, сели, вот мы стоим и... А сколько сотрудники находятся здесь? 2 часа 2 уже. Сотрудники здесь? И сотрудники 2 часа патрульный автомобиль здесь стоит? Реально 2 часа стоит потом. Да, и они ничего не измерили. И они только сейчас будут у вас свидетельствовать? Да. Вот мы что, и вот мы в шоке, вот наконец. А оформляли ДТП они вообще? Ну они что, да, записали такие внешние повреждения. Не, а этот схему тут нет, рисовали вообще. Не было, то есть ничего они не было. 2 часа просто сидели. А рисовали они? Рисовали. Нарисовали все-таки, да? Я понял. Ну, когда это было? Когда это примерно было? 15:45. Да. А, значит, 15:45. А рисовали примерно когда? Просто я не видел, что их рисовали. Во сколько примерно было? Сколько назад то время? Сразу же, они пофоткали. Они же приехали. То есть, грубо говоря, так и получилось, что 2 часа они нарисовали быстро, но часа полтора, сколько часа они здесь стоят. Да, вот стоим вот просто и не слуху, что нам делать, что-то как. Мы стоим вот просто в ожидании. Сейчас посмотрим, что у нас за повреждения здесь. Мы когда написали в этот дом, где я обычно мы написали, просим вас предоставить мне досвидетельство, то, что водитель такой-то машины, мы его просто ставили. Ну и вроде бы подействовали сейчас. Ну и то должен ответить там. Тройное ДТП получается. Такой вопрос. Я так понимаю, алкотектор сказали, ребята, ждете, да? Да. А как скоро привезут его? Уже везут. Уже везут, то есть скоро, да? Ну ладно, мы тогда здесь поприсутствуем. Мое лицо снимите. Что говоришь? Я, будьте любезны, мое лицо снимите. Ваше лицо снять? Да, что ж. Хорошо. Вы же это самое. Что это самое? Ничего, я не знаю, что это. Вы в курсе, что вы сделали? Я? Да. Вообще это обычно ДТП, я не знаю, что. Обычно что ДТП? Вы выпивали сегодня? Я нет. Нет, не выпивали? Нет. Я нет. Да даже если выпивал, ничего страшного, я же не за рулем. А вы за рулем. То есть сейчас? Вы не выпивали, ну, управляли транспортным средством. Трезвым управляли. И сейчас вы трезвый, правильно? Сейчас не важно. Как это не важно? Вам зачем? Вы обратились ко мне. Вам захотелось поговорить. Я вас не снимаю, вы меня снимаете. Но вы сами попросили вас снять. Я попросил, да, снимите. Да, я снял. Зафиксировал на видео. Хорошо. Так вот, скажите, вы говорите, вы не употребляли алкогольных напитков. Что же это правда? Какой? Такой.
плохой, что ли? Назойливый. Назойливый? Да. Подождите, вы ко мне обратились, а не я к вам. Я стоял себе спокойно. Назойливый, мне кажется, это вы. А сейчас вы еще и врете, что вы не употребляли алкогольных напитков. Я ничего. Вы ничего не употребляли? Что? Я нет. Вы нет. Ну, если нет, то тогда алкотестер покажет по нулям, и все будет хорошо, правильно? Скажите, а что у вас напитки с алкоголем, алкогольные напитки, точнее, делают в автомобиле рядом с вами? Вы их, наверное, употребляли, раз они там лежали? Алкогольные напитки. А вы машину личную завозили? Я фотографию видел. Фотографию чего? А кто ее вам салона. Предоставили очевидцы? После ДТП. С какого перепуга очевидцы залезли ко мне? Вам никто не залазил. Как никто? Машина была, видимо, открытая вами. Нет. Вы же должны хорошо помнить все обстоятельства, верно? Я помню все обстоятельства. Машина была закрыта. Машина была закрыта. Кто залез в мою машину? Кто-то в вашу машину залез? Да. В вашу машину кто-то залез? Ну. Что-то пропало из нее? А фотографии? Да, у меня были там личные вещи. Какие же? Целые. Что пропало? Вам заявление надо срочно писать. Да, без вас. Так, ну, сейчас мы проведем видеосъемочку, чтобы были в курсе. Значит, понятые, подходите сюда. Ну, что это? Подходите сюда. Смотрите, у нас сидит Соня Клепников Дмитрий Анатольевич. Который... Еще раз, как фамилия, имя, отчество? Клепников Дмитрий Клепников. Анатольевич, да. Клепиков. Клепиков. Дмитрий Анатольевич. Клепиков Дмитрий Анатольевич, который у нас управлял автомобилем Hyundai. Постоит Hyundai, беленький видно, да? Госномер Сергей, 350, Александр Сергей, 136. И совершил ДТП. Такую, не знаю, средней тяжести, наверное. У нас есть подозрение, что находится в состоянии опьянения с водителем. Сейчас присутствует у вас прибором алкотестера Юпитер. Пройдем и свидетельство о состоянии опьянения, не узнаем, как себя человек чувствует. Дмитрий Анатольевич, пройти и свидетельство о состоянии алкогольного опьянения прибором алкотестера Юпитера согласны на месте? Согласны, да? Сейчас, смотрите, ну штук запечатаны. Запечатаем ну штук. Можете сами его распечатать, смотрите. Понятые, смотрите, что это запечатаем ну штук. Сам человек распечатывает. Угу. Что он сделал? Давайте мне трубочку. Давай сюда. Оп, у меня реакция какая, да? Дети будут. Ух ты, эрекция. Кто о чем? Овшивая баня. Вы лучше спокойнее. Освидетельствуют, оформят и пойдете пешочком домой. Я рад за вас. Вы такой прекрасный человек. Наверное, такой же прекрасный, как и вы, только трезвый. Да? Да. Не могу сказать, что такой же прекрасный. Да вы лучше. А я не знаю. Бог рассудит. Абсолютно. Вот с этим я с вами согласен. Пожалуйста, не надо выкладывать на YouTube. Выкладывать на YouTube не нужно? Да. Вы понимаете, что вы совершили административное правонарушение? Управляли транспортным средством в состоянии опьянения? А мы сейчас увидим. Я уже, знаете, Нострадамус я. Да при чем тут Нострадамус или Нострадамус? Я предсказываю прошлое. А то, что у него... А что у него что? Поэтому побыстрее мне 15% пошло. Сейчас. Задница на полдороги, солнце светит. А вам кто-то заливал в рот алкоголь? 06-06. Скажите. Вот честно скажите. И сажал потом кто-то за руль. Спасибо вам. Огромное, да. Спасибо. За мою работу, за мою. Вам спасибо. Чем же вы занимаетесь, скажите? Где работаете? Уже нигде. Ну, а работали? После вашего общения уже нет. Скажите, где вы работали? Все. Мы же так быстро увольняем. Я же не ваше руководство. Абсолютно. Так, Дмитрий Анатольевич, сейчас обжимаем трубочку губами и дуем, как воздушный шарик. Долго положите мне. Дуй. Не сильно. Прерыв. Не спеши. Без прерыва. Выдох прерван. Надо беспрерывно делать. Нужно продолжить его, как воздушный шарик. Какой способный молодой человек. В среднем темпе. А вы зачем мне? Анатолич. Прерыв. Анатолич. Сейчас еще так пару раз и будем остаться. Сейчас не надо дуть. Что сейчас бессмысленно дуть его не включили? Не спеши. Вы мне отдышись. Еще раз. Долго и продолжительно.
в среднем темпе. Можно попросить вот, товарищ, не снимать. Я же уже предупредил о видеосъемке до этого. Потихоньку. А то так не дотянешь. Медленно, потихонечку. И не сильно. Долго. Так что надо именно планомерно. Пробуй сильно еще. Не стараться. Еще. Не сильно. Сколько? Продолжительную. Просто продал потихоньку. Не сильно. Красавчик. Вот, молодец. Все. Ожидаем. Так, результат. Идет анализ. Смотри, чтобы не отсвечивать. Да. Ты взрослый, хороший мужчина. Зачем тебе это? Ты вот сейчас ерундой занимаешься. Ух ты, он завис, мне кажется, просто от твоего дыхания. Ох! Нихрена себе! Да, я потом ходил. Нихрена себе! Ёб твою за ногу, послушай. Он реально завис из-за тебя. У тебя доза смертельная просто, понимаешь, алкоголя в тебе. Смертельная доза, да. Понятно. Два 230 миллиграмм на литр выдыхаем. Вот знаешь, сколько это промиль? Ну я поэтому не разговариваю. Ты не снимай. Это нет, просто хрень. Чем ты занимаешься? У нас уже установлено. С данным результатом согласны? Согласны? Согласен. Безопасником работаешь, да? Правильно ты сказал. С сегодняшнего дня последний рабочий день у тебя был. Молодец. Конечно, просто я. Я молодец? Или ты молодец? Успокойся, Борис. Я вообще спокоен. Как ты сказал? Езжай. Мы знакомы? Мы знакомы? Ранее не знакомы мы с вами. Вот скажите, что движет людьми, которые садятся в состояние опьянения за руль? Ты опять снимаешь? Что движет людьми, которые состоят в состоянии опьянения? Я бы с тобой один на один поговорил. Можно взять у тебя комментарий на камеру? Нет? Ну, будет время. Зачем? Я хочу, чтобы ты сказал аудитории, которая будет смотреть тебя, не надо, какие-нибудь слова хорошие. Например, люди, не садитесь пьяными за руль. Можешь так сказать? Можешь сказать? Призвать людей не совершать того, что ты совершил. И это в YouTube все будет. Это будет везде. Обалденно. Да. Спасибо. Скажи, пожалуйста, ты можешь сказать это? Чтобы другие люди не садились пьяными за руль? У людей свой мозг. Ты можешь оградить мозг. На своем примере, сказать? Свой мозг у людей есть. Ты можешь? Или нет? На своем примере. Прославил. Спасибо тебе огромное. Все уже. Все. Все? Все. Есть какие-то хорошие слова, может быть? У меня много хороших. Ну, скажи что-нибудь хорошее. В отношении меня? Тебя. Понял. Ну, хотя бы так. Спасибо тебе. Пожалуйста, обращайся. Так ты... Спасибо тебе тоже. Что спасибо тебе? Спасибо тебе, Вадим. Скажи, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Куда тебе еще палец? Никуда больше? Ай. Ой, ты. Порадовал. Ну, слушай, ну какие-то хорошие слова для нормальных людей, чтобы слушай, ребята не садились пьяными за руль. Ты меня, блядь, на всю Россию ославить хочешь, а я тебе нормальные слова говорить хочу. Ты людям скажи, вот на той стороне, которая будет смотреть, слушай, хорошие слова, абсолютно. Да ты замолчи! Почему ты человеку затыкаешь рот? Потому что у него и перец съехал, и зад съехал, у него все съехало. Ну, естественно, там машина пострадала. Конечно. Так ты делов, человек ехал по своим делам, а ты делов натворил. Так теперь человек хочет за свою машину. И перед у него съехал, и зад съехал. Естественно. Конечно, у него вообще все съехало, новую машину покупать. Да, ну давай. Все, Вадим, давай, удачи. Подписывайся на наш канал, посмотри обязательно этот выпуск. Хорошо. Если вы поддерживаете наше движение, ставьте пальцы вверх, комментируйте, не забывайте подписываться на наш канал и ждите новых выпусков. Всем пока!